В Астане вынесли приговор бывшему президенту национальной компании «Казахстан Гарыш Сапары» Габдулатифу Мурзакулову. Его признали виновным в получении взятки. Мол, лоббировал интересы компании «Кулагер» при проведении конкурса на строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов. Бахтияр Дыркеев следил за судебным процессом. Считанные минуты до оглашения приговора Габдулатиф Мурзакулов улыбается и о чем-то переговаривает с адвокатами. Бывшего руководителя национальной компании «Казахстан Гарыш Сапары» признают виновным в получении взятки и легализации денег, добытых преступным путем. По совокупности преступлений путем поглощения имения строго, более строгим, окончательно назначен Мурзакулову Габдулатифу 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, Мурзакулов должен возместить процессуальные издержки. В доход государства пойдут деньги с его банковских счетов, а также коттедж и две квартиры в Астане, купленные по версии обвинения на средства, которые экс-глава нацкомпании вымогал у руководства строительной фирмы. Мурзакулов, Мурза, өзіңіздің айбыңызды мойындайсыз ба? Мойындамаймын, обжаловать едем. Защита Мурзакулова не считает, что в деле поставлена точка. Адвокаты намерены тщательно изучить решение суда. Рано, конечно, нам говорить о том, что что-то случилось. Почему? Потому что нам надо, во-первых, получить копию приговора, его полностью зачитать, изучить. Но в любом случае, как сказал сам Мурзакулов на прессу, он с данным приговором не согласен. Мы тоже на протяжении следствия и суда не соглашались. Поэтому будем готовить апелляционную жалобу. К одному году в колонии-поселении приговорен Ербол Асылбеков. Решением суда именно он передавал взятку. И сегодня суд вынес частное определение, по которому следует, что директор СК «Кулагер» Тукен Игенбаев также должен быть привлечен к ответственности. А решение следственных органов, которые переквалифицировали его в свидетели, отменить. Напомню, этот статус Игенбаев получил за сотрудничество с финансовыми полицейскими. Бахтияр Даркеев, Виктор Джигирис, 7 канал.